Кстати, собирая материалы для ударного файла, я вам рекомендую больше обращаться к печатной прессе, чем к интернету. Причина простая. Люди, которые делают рекламу для печатной прессы, они, мягко говоря, подходят, вынуждены подходить к своей работе более ответственно. Потому что, когда предприниматель написал письмо в рассылку, нажал «Отправить», оно не сработало. Завтра отправлю другое. Понимаете? А человек, который печатает листовку, отпечатали 15 тысяч экземпляров, наняли людей, чтобы их раздать, и не сработало. Ай-яй-яй. Поэтому я все-таки сторонник того, чтобы в первую очередь из печатной прессы черпать эти вещи. С постскриптумами. Как правило, в печатной прессе их мало. Полю фишку. Очень классно. Постскриптумы хорошие. Получаются из вводных абзацев. Замечательные порой. Да? То есть вот это все всегда можно в постскриптум переделать. Так, ну и так далее. А как я уже сказал, важно писать о результатах и эмоциях. Людям интересен не дом, да, не деревянная коробка, а интересно то, как, что они получат на уровне эмоций и результата. Вот если бы мы продавали, скажем, этот дом, опять же, скажем, семейным людям, о чем бы стоило сообщить на уровне эмоций и результата в подающем тексте? Гармонию, обретите гармонию. Но это немножко общее, более конкретно. Экологически чистый дом, не будет рядом соседей. Ну, это хорошо. И можно подключить эмоции, то есть рассказать о том, как будет чудесно встречать Новый год с друзьями или с семьей в этом доме. Как будет чудесно проводить выходные на заднем дворе, где есть много пространства, можно жарить какие-то шашлыки или сосиски, играть с детьми и так далее. Это именно подключаем на уровне эмоций, показываем картинку, рассказывая о каких-то преимуществах этого дома. Это важно. Вообще, вы, наверное, замечали, что в хорошей рекламе говорится не столько о продукте, сколько о результате, который дает этот продукт, о каких-то эмоциях, ощущениях. Например, когда продают автомобиль какой-то семейный, не рассказывают же только о том, какие у него есть характеристики. Рассказывают о том, как будет чудесно на этом автомобиле ездить с семьей за город, как будет чудесно куда-то выезжать, как будет удобно ездить за продуктами, ну и так далее. Ну вот прием, что это, Zoho CRM, да, есть несколько тарифов, есть бесплатный, но он очень неудобный. Там один, например, можно пользоваться только одному, всякие ограничения, нет никакой поддержки. Есть стандартный тариф для малого бизнеса, есть профессиональный тариф для среднего бизнеса, enterprise, дорогущий enterprise для крупного бизнеса. Вот еще пример, но здесь… Видно вам, что написано? Не видно? Очень мне эти тарифы понравились. Я вам сейчас расскажу. Это услуга сопровождения беременности и роды в Соединенных Штатах Америки. Компания, по-моему, называется Alabama Mama, что ли, что-то такое. И здесь именно в зависимости от того, сколько денег есть у женщины, которая хочет рожать ребенка в Соединенных Штатах Америки, ей предлагаются разные тарифы. Причем, заметьте, здесь нет ни грамма от именно трюков и не грамма, а какого-то желания и стремления обидеть человека. Есть тариф, который называется стандарт. Ну, я выбрал стандарт. Ничего в этом какого-то смешного, постыдного нет, в отличие, да, от неудачницы. Да, нет, стандарт, премиум, VIP и империал. Конечно, империал, он и по названию, и по комплектации, он гораздо круче, гораздо сильнее, чем стандарт, но только стоит он $50 000, а это стоит $13 000. Отличаются ничем, ну, убранством палаты, транспортным обслуживанием, количеством персонала, который обслуживает. Мне очень нравится вот то самое описание Imperial, потому что когда вы берете максимальный тариф и его описываете, здесь важно еще статусными словами все это описывать. Вы не просто получаете транспортное обслуживание, как это кое-где здесь написано, а именно неограниченное транспортное обслуживание на автомобилях класса люкс, например. Да? И не просто там палата, а палата класса VIP, класса люкс, класса Gold, класса 5 звезд. То есть чтобы, читая этот текст, человек тоже понимал, за что он платит, и определенные эмоции у него в голове дозревали. Ну и, конечно, как один из подходов, как один из приемов, самый дешевый тариф, он должен быть дешевым, безусловно, и не совсем удобным. А самый дорогой, посмотрите, какой разрыв, примерно два раза. Он должен быть дорогим, но разрыв между предыдущим тарифом должен быть ощутимым, чтобы куплю-ка я, наверное, вот этот. Четвертый тренд. Да, здесь Саша жжет. Создание какой-то реальности дополнительной для клиентов — это очень глубоко, да, то есть это большая работа.
Сейчас да, давайте... это не халява, да. Да, это не халява. Сейчас давайте поговорим о простом способе, безумно интересном, но который всегда вас будет выручать. То есть как писать свежие заголовки, да, не те, которые штампами наклеены. Да, то есть кто устал от таких заголовков? То есть там, кто еще хочет кусок рыбы сегодня с утра? Вот, то есть, сидя у себя дома в трусах. То есть, следующий принцип, да, то есть, не удивляйтесь его простоте, он то есть, похож на следующее. То есть вы открываете Кинопоиск. Кто знает, что такое Кинопоиск? Замечательно. Либо заходите в любую книжную лавку, там, где стоят бестселлеры, берете часть фразы, да, сейчас какой тренд сейчас? Сбрей бороду, да, не будь женщиной, Алекс. Борода да. – признак мужчины. Ну, по крайней мере, раньше это точно было так. Да. Продажа сантехники, то есть сразу же узнаем фильмы какие. «Карты, деньги» Алекса, заголовок, «Медитация». «Поймай меня, если копирайтинг», если копирайтер. «12 лет работы». Кстати, кто смотрел «12 лет рабства» фильм? Вот, то есть, как бы, ну, в принципе, что-то похожее, да? И «Невидимая сторона похудания». То есть, как бы, части вот этих заголовков позаимствованы, естественно, у популярных фраз, цитат, фильмов и бестселлеров. Да? Они узнаваемы, они интересны, важно соединить их с вашей тематикой. Но что будет, если вы написали красивый, яркий заголовок, но в самом тексте не оправдали ожидания? То есть, ну, как бы вроде попал на текст, а что там, о чем там, совсем не про то, вроде, о чем обещали. Что происходит с вашим читателем? Разочаровывается, то есть сразу же снижается процент доверия к вам. Поэтому обязательно, если вы и делаете такие штуки, да, то есть если вы экспериментируете, обязательно оправдывайте доверие, обязательно там, в первых двух абзацах объясните, к чему этот заголовок вообще, да, то есть это самое простое, что вы можете сделать. И тем самым вы сохраните его внимание и интерес. Значит, как мы доносим информацию? Да? Здесь принцип такой, что мы убеждаем человека на эмоциях, а оправдываем мы покупку логикой. Ну, во-первых, есть так называемые мужские, есть так называемые женские тексты и женские мужские товары. То есть если у нас сугубо товар женский, понятно, что наша целевая аудитория исключительно женщины, ну, допустим, там белье какое-то, да, там духи, ну, что-то такое чисто женское, там, конечно, эмоции будут превалировать. Но даже в мужских текстах мы, в общем-то, эмоции используем. Вот давайте посмотрим, как соотносится. Значит, начало продающего текста идет на эмоциях, а потом уже в конце мы его, так сказать, добиваем логическими выводами. Вот пример кофе для похудения. Эмоциональные доводы в пользу покупки. Вы сбросите 3 килограмма за один день. Девушка думает, так, 3 килограмма за один день, это я за 10 дней 30 килограмм скину. О, класс, супер, все, хочу. Этот кофе еще и вкусный. Вам не надо будет давиться, это так вкусно, еще можно тут это гламурно, если вы там на соответствующую аудиторию работаете, да? Вот. А тоже это эмоция. Это здорово, да, весело, классно, хочу, вкусно. Не нужно диет. Тоже берет за душу. Не надо тебе больше голодать, родная, пей кофе. Ешь булочки с маслом, да, и джемом, ну, запивай только нашим кофе. Влезу в любимые брюки. Ой, аргумент для женщины. Да, все, она сразу уже представила, в какие брюки она не влезала. Она хочет этот кофе, она хочет влезть в эти брюки. Подруги обзавидуются. Самый сильный женский довод, конечно. Все, это тоже эмоции. А вот дальше мы уже объясняем доводами логическими. Мы говорим о том, что сбрасывать вес полезно. Мы рассказываем о том, какие бывают болезни там, от лишнего веса, да, там, какие могут быть последствия нехорошие и так далее. Этот кофе еще и содержит витамины. Тоже можем рассказать, что когда ты худеешь, когда ты сидишь на диетах, у тебя ну, там не поступают какие-то полезные элементы в организм, да, а вот в нашем кофе они уже все содержатся. Это экономичная упаковка, там будет 30 пакетиков, плюс 5 пакетиков бонусом, плюс еще 10 пакетиков супербонусом, а еще 5 пакетиков с другим вкусом, если тебе надоест. Вот. Ну, хотя тут тоже эмоции уже, конечно, ну, в общем-то и логика, что это экономично, выгодно и так далее. Люди рассказывают про то, как в этом отеле кормят. Ну, рестораны и бары действительно... Ну, окей, можно даже убрать первую фразу «особое внимание в отеле уделено питанию», тут и критиковать нечего. Но дальше вроде по делу. Рестораны и бары порадуют изысканными интерьерами, радушной атмосферой, богатое меню из разных стран мира, не шалман тебе при рынке, винная карта, а что-то не хочется. Не хочется в отеле, не хочется все это пробовать. Вот когда мы на тренинге начинаем разбираться с
с тем, как все это исправлять за счет конкретики, я прошу участников представить себе, что они иллюстраторы. Вот они делают буклет для отеля. Им надо придумать картинки. Картинки, которые будут иллюстрировать изысканные интерьеры, богатое меню, широчайший выбор напитков и так далее. Но у меня сейчас с вами нет такой возможности. Вообще люди берут бумагу и ручку и рисуют. Вот если бы вы рисовали иллюстрацию про изысканные интерьеры, что бы там было? Вот прям конкретные вещи. Люстры, канделябры. Из какой кожи, кстати? Да, ну или там из воловьи, может быть. Персидские ковры. А может быть... А может, для кого-то изысканный интерьер — это наоборот минималистический хай-тек, стеклянный потолок, парящие в воздухе экраны —